Красноярске увеличат плату за детсад на 35 рублей. По словам чиновников, деньги потратят на питание воспитанников. С января следующего года стоимость содержания ребенка в детском учреждении составит 1641 рубль в месяц. Льготы для малообеспеченных семей при этом сохранят. Как и раньше, семьи с доходом не более 1,5 прожиточного минимума на каждого человека могут получить назад часть платы за детсад. За первого ребенка вернут 20%, за второго – половину, за третьего и последующих – 70% от стоимости посещения детского сада. По плану на следующий год на питание детей соцучреждениям выделят почти 549 миллионов рублей. Бюджет по-прежнему компенсирует более половины затрат.